Окей. Я бомбу заложил. Посмотрите города. Сорян. Я случайно. Всем привет, с вами Робот Лев, и мы продолжаем проходить Dragon's Dogma. В прошлой серии мы нашли, ну вот, совершенно не злой культ, и его главой оказался Палпатин. А сейчас, я думаю, нам стоит вернуться в город и вывалить весь тот лут, который мы собрали. Ага. Не, ну это... Это 3000 IQ, парень. Серьезно? Или... Это баг? Или нет? Или он там должен быть? Чувак! Ты знаешь, сколько я тебя искал? Твою мать! Как туда залезть? Так, во-первых... Да блин... Серьезно? И сейчас он еще куда-то убежит? Твою мать... Ох. Хочу ли я снова его искать? Или все-таки заплатить 80 тысяч? О! Так, ты где? Привет, как дела? Да, не особо. И все. А, вот куда мне металлолом. На улучшение меча, только мне нужно еще два, черт. Ага, а в прокачке появилась улучшенная форма этого мощного удара. Блин, я уже хотел его убирать. Блин, урон в два раза больше, черт, ну... А! Но эти удары, они вроде для всех классов, так что, возможно, их потом попробую. А пока что я хочу... Те, которые у ассасина, только попробовать. Запрыгнув на крупного врага, наносится множество колющих и режущих ударов. А на мелких врагов это не работает? Хм. Колющий удар с резким возвратным движением, позволяющим сократить дистанцию до врага. Это звучит как стингер. Ну, допустим, возьму. Хм. Оглушение. Ну, допустим, тоже возьму. Хм. Это или порох. Не хочу порох. И еще порох. О, шквал 5 стрел. О, это отлично. Это замечательно. Могучая натяжка. Да, это тоже замечательно. Хм. Я хочу попробовать этот вот скилл. Увеличивает урон, если цель не успела подготовиться к бою. Это такой псевдо-стелс, насколько я понимаю. Можно из лука попытаться заваншотить людей. Хм. Интересно. Даже что-то будет, если я попаду? Не, в тебя не могу попасть. Окей. Я бомбу заложил. Посмотрите города. Сорян. Я случайно. Ладно. Не можете использовать предмет, менять экипировку. Есть исключение. Ребята, я случайно. Но зато тут грибочки есть. Ага. Универсальный ключ. Так, хорошая ли эта идея? Так. Пешкам нельзя заходить. Когда я выйду, они присоединятся. Нет, я сижу, все нормально, дверь закрыта на самом деле. Окей, я могу драться. Это замечательно, да. Твою мать. Так, это что, это стелс? Или как? Так, ну я сохранился, так что давай посмотрим. Он ушел туда. Что будет, если я пойду сюда? Так. Нет ключа. А я заюзал, что ли? Он одноразовый? Так, моя все еще открыта. Хм. Сюда я могу? Нет? Ага. Он там сидит. Не знаю, что я смогу с ним сделать. Так. Возможно, стоит... Не знаю. Пошуметь. Парень, ты будешь уходить? Ну, ё-моё. Нет, он это не услышал. Ну, ё-моё. Что мне делать? Ну, допустим, я попробую пробежать. Пока. Чел, тебе недостаточно платят за это? Окей, не открыть. Может, откроешь, а? Просто такой добрый. Нет? Это не иллюзорная сина. О, тут сундучок есть. Универсальный ключ, окей. Хм. Ну ты не обращай это внимания. Я просто вот здесь его не использую. А использую где-нибудь еще, наверное.
Я могу поговорить, но я сомневаюсь, что это хорошая идея. Теперь вопрос на миллион, где мне лучше использовать ключ? Ну, допустим, здесь. Ага, я угадал. Хе-хе. Ой, паучки. Так, ну чё, с кулаками, давай. Не, хе-хе. А, змея. Получай. Ой, я тут еще налутаю всего. Крыса, иди сюда. Сюда иди. На. Да я просто гроза пауков. И крыс. Ага. Так, открыт. О, все, изи. А вот что это за дверь. Твою мать, это гениально. У меня даже шмот остался весь. Они мне еще и рубашку подарили, о, какие хорошие. Так, но остальные приемы, я думаю, лучше протестить здесь, иначе я опять попаду. Нифига себе, это что такое? Хм, это мне напоминает один прием из DMC5. Ага! Ну куда ты побежал? Я тебя все равно найду. Теперь я знаю, что ты можешь находиться где угодно. Сюда иди. Я быстрее бегаю. Слышь, и что? Опа! Поймал. Ага. Я могу заплатить 80 тысяч, но ты что-то плохо спрятался. Well, so be it. I dare say I won't miss that pigsty of a home besides. Now, if there's nothing else, pray leave me be. Ну ладно. Ну, наконец-то, все. If what you say is true, sir, I have my family's support. However, something of the matter troubles me. Ты жив? If we abandon our home to Fornival, he'll lend no support while we search for another. Without funding, we've no way to secure new lodging, nor to live. Ну, это ваша проблема. Might you aid us, sir? Серьезно? I know it madness to ask such of the Arisen, yet I've nowhere else to turn. Но если платить, я могу вообще вас купить. 30 тысяч. But I pray you, show us mercy. Серьезно? Не, ну если мне 30 тысяч платить, я могу и 80 заплатить. Ну твою мать. Серьезно? О, нифига себе, лук. Твою мать. Так, парень, там, короче, это, культисты. Ну да, я чуть лук не достал. We shall redouble our vigilance here to keep the city safe. I fear you are as like a target as Grand Sorin, though. Pray, be wary, Arisen. For now, I leave you with my thanks. Окей, 15 и 18. Ну, естественно, сейчас я толстого не смогу найти, да? Чё происходит? Чё вы все базарите? Это что такое? Это сатанисты? Твою мать. Да, похоже, что сатанист. Окей, это не Стингер. Так, а что это? Окей, это ваншот, понял. Ладно, мне это нравится. Ух, прикольно. Получайте. Так. А это? Ну, неплохо, неплохо. Так. Давай, 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 давай. Сколько, где, откуда, как? Все? Нет? Твою мать! Ты кто такой? Ты чего тут делаешь? Офигеть! 3 хп. Это по квесту или что? Твою мать. Окей, ну хотя бы я его дамажу. Это уже что-то. Так, ребята. Ребят, давайте его бить. Причем очень активно. Ты чё корову унес? Слышь, это наша корова. Пока. Что происходит в этой серии? Ты вернешься или нет? Окей, он разворачивается. Блин, я тебя не вижу. Уходи из-за солнца. Все? Че это было вообще? Он улетел? Или он приземлился где-то там? Хотя нет, там море. Но музыка все еще играет. Хм. Все, больше не играет. Так, а тут
Все сдохли. А? Они ведь живы были, нет? Ну ладно, я побежал по своим делам. Я вижу тебя! Опа-опа-опа-опа! Пошел нафиг! Неплохо. Так, ну иди нам надо примерно в ту же сторону, только раньше заворачивал налево, теперь направо. Опа, а это что такое? Это... Стоять. У меня... Блин, они успели подготовиться к бою? Блин, я хотел стелс протестить. Почти стелс. На! Жестко. Блин, это очень много урона. На-на-на-на-на-на-на! О, нифига себе! Даже я так не умею больше. Нет? Ауч. Твою мать. Не, ну все, это мельница. Получай. Не, прикольно. Так. Да блин, как? Как так-то, как я промазал? На. Так, ребят. Окей, все. Не. Нифига себе тут людей. Так, это бандиты? Или нет? Это не гоблины. А вот это гоблины. Получай, хватит орать. О, нифига себе ты. Не-не-не-не-не-не-не. Хватит. Так. 5 стрел. Блин. 5 стрел мне не помогут, если я не буду попадать ими. Офигеть, сколько урона. Яблочко. Чё-то нифига себе тут народу. Вы вообще не боитесь? Вот даже эти гарпии, нет? Ну-ка, ну-ка. Куда? Ты чё так низко летаешь? Блин. Понял. Ха-ха. Вот моя ко... Опа, а чё там... Это крепость? Или это город? Хм, наверное, крепость. Причем разрушенная немного. Хм, интересно, тут берег. И вон эта штука, непонятная. Она все еще очень далеко. Не, ну открытый мир тут, конечно, выглядит очень большим. Хм, а по карте эта крепость находится здесь, но нам надо идти дальше. Так, вы куда побежали? Стоять. Так. А, это наши? Привет. Окей, это наши. Крепость ветров. Так, там сундуки, блин. Кто? Дэрио? Нет. Окей, он там, наверное. Хм, а там еще одна крепость. Опа, а это что такое? Так, лол. Рисунок? Ага. Ну, я хоть что-то нашел, да. А? А где главный? Серьезно, я не могу его просто так подобрать. Да, вот это синхронизация. А, вот ты где. Ну, я и на самом деле не так уж и много снес. И все? Tis Grancy's shield against the creatures of the North. The place steeped in history. As you'll note from the scars and tatters, I fear the men's morale is in about the same condition. Ну, квест? В таких ситуациях надо квест предлагать. Ладно, побежали дальше. А, серьезно, это такое место. Черт. Ну, постараемся сильно не умирать. А, стоп, мы ищем именно того человека нарисованного. Ну-ка, получай. Хорошо. В смысле? Убирай. Не, это, конечно, все зашибись, но, блин, надо было в настройки залезть посмотреть. Давай, ну, ё-мо. Окей, окей. Все нормально, наверное. На. Хорошо, не поймешь никого. Стоять, сидеть, умирать. Слушаться меня. Так, блин, камера. На. Да, блин, твою мать. И сюда. На, попалась. Давай. О, классно. Неплохо. Ну, что-то взрывчатку я пока не нахожу момента, чтобы закладывать. Возможно, стоит это поменять. Ой, привет. Окей, это замечательно. А мы будем до него домогаться? Ну, шлема у него нет, и я сохранился, так что давайте попробуем все-таки. Так, он не готов к бою? Так, повернись лицом. Лицом повернись, говорю. Да ё-моё. Так. Ну, вроде нормально. Ладно, поехали.
Ой, что-то вообще нормально. Так, блин, камеру мне не верти, игра, пожалуйста. Я ее сам могу вертеть. Окей, уже. У меня даже бафа нет. Окей. Сложный тут монстр, говорите? Ну да, вижу. Так, не-не-не, отходим, отходим. Он сейчас вас всех раскидает нафиг. И меня тоже, твою мать. На. Так, окей. Помогаем, давай, давай. Опа. Ауч, твою мать. Ладно, я думаю, я лучше постреляю. Мне эта роль больше нравится. Особенно с такими ребятами. Офигеть. Вот это урон. О, он еще и горит. Не, ему жить осталось недолго. Умирай. Видите? Да, маг без лечения это как рыжий негр без волос. Бывший... Что? А? Тут товарищ живет. Ну, привет. While he who knows not what I know, or know not. Почему в каждой игре должен быть Есенин? А? Их двое? Или только один из них воскреши? А чё искал? А это кто сзади тогда? У него шрама нет. I am he who was forged by the dragon. Да, я это видел, спасибо. Ага. Мы зашли в пещеру? Хм. Так, Лорус, ты можешь это? Я тебе еще яблочек дам. Ешь. Все, молодец. Ну, привет, наверное. Это кто? Well met, arisen of the present day. Драконоведающий? New forged link in the grand chain. Да, я помню что-то такое. You have come seeking meaning for that slate and the words it bears. А, точно. Опа, статуэтка слева. None save that it brought you here to me. My form can be discerned only by the true arisen. I am the dragon forged. Go now. Tell him that gave you the cipher of what you have heard here. А что я узнал? Я узнал, что ты существуешь? Окей, я возьму это, пожалуйста. Так. Загадочный размягчитель. Ну, ты не против, да? И вот это вот еще, да? Камень перемещения, замечательно. Бронзовый идол. Это двойная скидка? The slate you bear holds no meaning beyond having brought you here. Ну а нафига тогда? But take heart. Our meeting shall avail you better than any text could. My form can be discerned. Да-да-да. Хм. А ты кто? In the fullness of time, I shall come to know when the time has come. Know that all I know is that I shall know all. Да. Not but my shadow. Though my shadow be not shadow, but myself. I am come here. А его зовут дурак. Rich in scars and rich of mind. I am dragon forged, knower of the beast, and known to it in kind. Но ведь этот сосед твой, драконоведущий. Ладно, твои наркоманы какие-то. А я загляну вот сюда. Можно? О, это мне нравится. Серьезно? Так, а это что такое? Камень перемещения, варево. Я могу это? Да, взять. Кристалл. То есть я сам могу устанавливать камень перемещения.
Офигенно. Черный скорбный рок? Шо? Это откуда у меня? Ну, у тебя тут, конечно, очень уютно и весело, но я, пожалуй, побегу. Привет, ребята. Чё вы тут делаете? А, вы получаете... По жопе. Понял. Хорошее занятие. Очень веселое. Так, ну нифига себе, тут их... Тут много жестких. Интересно. Так, так. Получай камбугу. О, нифига себе, с прыжком. Не, ребята. На, 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 на. Отлично. Замечательно, только ему пофиг немного. Так, ваша очередь. Твою мать, блин. Да твою мать, у меня ни щита, ни у ворота, ничего нет. Да, все-таки, мне кажется, для этого класса лучше подходит кинжалы, потому что с ними можно дополчам делать, у ворота и все остальное. Но если щит использовать, тогда, наверное, можно и с мечом. О, господи, еще одни волки! Сколько... Офигеть! Какие это неправильные волки! Чего они так дамажат? Идите нафиг! Да-да-да-да, стрелять по ним! Нафиг! Идите! Все вы! Да, блин. О, зараза такая. Нет. На, на. Получай. Ух. На. Блин, выйти бы отсюда живым из этого леса. У меня флешбеки. Знаете, у меня здесь 6 камней перемещения, так что я думаю, я заюзаю, пока ты здесь не умер. Хм, теперь тут ничего не лежит. На время увеличивает скорость произведения всех действий даже под атакой. О, интересно. Оно дорогое. Ну давай попробуем световую гранату. И прокачать я ее не могу, к сожалению. Ну ладно. Да, если вы не поняли, я переключился обратно на кинжалы. Ну-ка, пока никого нет. Хм, неплохо, неплохо. Так, ну вроде все готово. Not a text, you say. A cipher crafted to bring you to the Dragonforged. I see. Да, типа того. If this man speaks true and is immortal, there's a fair chance he guided his grace as well. Be that the case. His words are well worth heeding, sir. Meet with him as time allows. В смысле, я только оттуда пришел. He'll lead you to victory as well. Окей. Мам, вы сестры, что ли? Сразите три химеры? Легко сказать. Офигеть, это что такое у тебя на спине? Лол. Окей, вот это вроде хил, наверное. Окей, пошли. Ну, внешний вид нормальный, боевая оценка вполне себе, а вот полезность... Ну, без хила вот так. Так, теперь надо вспомнить, где этот проход в ту часть карты. О, ребята, привет! Ловите! Хе-хе, Стингер! На, на, Джеки Чан! Хе-хе, я скучал. Так, отстань! На! Да блин. Так, кто-нибудь хочет быть отпарированным? М? Опа, хе-хе-хе! Не, ребята, лучше бегите. Правда, у меня спама нет. Ну ладно, я и без него смогу. Блин. Не попадай никогда этим ударом, твою мать. Серьезно? Да твою мать. Иди нафиг. Да. Мне это нравится. Он решил проведать, что там происходит. Ну, этот уже подготовился, да, я его не ваншочу. Но на него у меня Стингер. Офигеть, Стингер, говорю. Атаковал. Так, вот мы и дошли. Так, какой врасплох? Тут люди уже. Привет, парень, напомни, что ты продаешь. А, ну ладно, я возьму, спасибо. Долговая расписка, которую вы предоставили торговке, чтобы покрыть дорожные расходы? Сейчас вы уже не помните ее имени? Мне это надо? Две штуки? Так, да, вот у него есть сабля, которая даже без апгрейдов уже лучше моего меча, причем значительно. Ах, нет, стоп, у меня ведь кинжалы. С мечом не знаю, как она сравнивается. Да, и куча всякой интересной брони. Так, отдохнуть, говоришь? Хм, это было бы неплохо найти здесь какой-нибудь... Городок. Хм. Так, если забраться повыше, то тут озеро какое-то, ящеры, и дальше особо не видно. Хм, тут клетка, но больше никого нет. А? Так, я вижу, что ты светишься, слышь. А ну ломайся. Ну или, не знаю, что-нибудь делай. Хватит светиться. А пушка дьявольского пламени? Что? Так, это кто? Там кто-то большой. Или... Что это?
Это... А, это гоблины просто. Все нормально. Но до квеста мы дойдем, я думаю, в следующей серии. Если на нас, конечно, не нападет бессмертная химера, что очень даже вероятно, учитывая, что происходит в этой игре. Ну, ладно. А пока что на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.